С вами снова, как всегда, за камерой Костя. И славный дружок Обломов перед камерой. Да, и возможно вы думаете о том крем-супе, который я пробовал в прошлом славном обзоре. Я им восхищался и думаете, ты так восхищался, почему бы тебе не сделать этот крем-суп самому? И тут же, вчера мне в личку кидают, два совершенно разных человека кидают рецепт этого кукурузного крем-супа, который мне обалденно понравился. И, собственно, есть рецепт, есть желание, почему бы и нет, давайте посмотрим на стол. Собственно, для кукурузного крем-супа нам понадобится банка какой-нибудь хорошей кукурузы. Ну, берите какую-нибудь брендовую, там, Бондюэль или еще что-нибудь, иначе бывает очень часто, что там такие здоровенные, крахмалистые, уже подсохшие ягоды, или это ягоды, или семки, как это сказать. Семки. Так что берите более-менее, ибо суп должен быть вкусный, а то на него трудов будет много потрачено. Еще понадобится мука, сливочное масло, молоко или сливки, 2 стакана. Ну, тут стакан для примера стоит. Какая-нибудь зелень. И в качестве мяса, так сказать, мы кладем в наш крем-суп креветочек. Ну, лучше купить очищенных, можно сварить и очистить. Ну, и я купил еще мидии, так сказать, для нажористости. И самое первое, что нам нужно сделать, это перемолоть кукурузу в блендере в труху. И сегодняшний наш спонсор – это лайфхак-вебинары, объединяющие на своем канале 8 ключевых жизненных тем, начиная от отношений с близкими и заканчивая заработком в интернете. Ссылка на канал в описании под видео. И чуть-чуть подробнее о них в конце моего рецепта. Собственно, если у вас есть блендер, то дело это превращается в очень незамысловатое занятие. Ну вот как раз у нас банка туда влезла, посмотрим, не будет ли она прилипать к краям блендера. Я думаю, конечно, что будет, но что поделать. Ну вот, до такой консистенции. Получается такая, как это сказать, пюрешечка. Пюрешечка, сейчас ее потыкаю, чтобы вам было видно. Типа паста с маленькими-маленькими фрагментами кукурузы. Пахнет это концентрированно кукурузненько. Теперь это дело нам нужно начать варить. Вливаем в нашу кашицу в кастрюльке 2 стакана воды. Либо один большой стакан, хотя я думаю один большой еще чуть-чуть. Вот так. После чего перемешиваем. И доводим до кипения. Но не адского бурления. Да, подождем чуть-чуть. Теперь в другую кастрюльку, ну ту мы отставили для удобства, вливаем 2 стакана сливок. Конечно, можно и молоко, но я предпочитаю сливки. Но не нажористь, я все-таки у нас крем-суп. И, собственно, разогреваем, но не доводим до кипения, просто прогреваем. Кстати, в подобные крем-супы отлично идет мускатный орех. У нас он будет свеженатертый. Но старайтесь не переборщить, потому что вкус он дает, особенно свеженатертый, крайне интенсивный. Теперь у нас, собственно, следующий этап, шаг. Ой, это вот просто приготовить бешамельку. Ну, бешамелька у нас состоит из 2 столовых ложек сливочного масла и 2 столовых ложек муки. Муку мы, собственно, обжариваем на сливочном масле. До образования комочков хороших таких. Зачем, кстати, обжаривать муку? По-моему, где-то говорили уже или нет? Я не помню. Только, блин, я не помню. Она, по-моему, не пахнет, ну, перестает пахнуть. А, да-да-да, точно. Перестает, запах муки исчезает, да, собственно. Мучная вонь. Ну, собственно, теперь туда фигачим наше горячее молоко. Без пенок. Фигачим целиком. И начинаем активно перемешивать. Сейчас это все превратится в такой... Газок уменьшился, что-то впал. Да. Отходовый. Че, загущаем? Угу. На этом же этапе туда можно добавить... мускатный орех. Перчик и соль. Солька. И постоянно помешивая, доводим до нужной консистенции. А нужная консистенция это какая? А сейчас покажем, когда он будет прилипать у нас к этой венчику. Друже многозадачный. Да вообще приходится. Работаю в две руки, чтоб тут не пригорало. Тут загущалось. Я скоро буду полулевша, полуправша, короче, бинарный вообще. Амбидекстер. А, ну да, точно. Вот такое матерное слово. Ну я не знаю, смотри, такой уже крем-крем получается. Ну и отличненько. Я думаю, все. То есть уже оно на ложку. Угу. Да, в самый раз. Так.
Кукурузный крем-суп с бешамелью в основе. Ну-ка скажи. Да. Теперь помешивая, доводим до кипения и бурлим 10 минут это дело. Угу. 10 минуточек оно побурлило, и начинаем процеживать его, просеивать, протирать через какое-нибудь мелкое-мелкое сито. Для того, чтобы там все оно размягчилось, там не осталось никаких. Да имеется в виду, чтобы кусочки кукурузы не попадались. Ну да. Процеженный крем-суп возвращаем в кастрюлю. Он уже супер нежный, весь такой вкусовой прямо. И еще минуточек 10 его побурлим, чтобы он еще чуть-чуть загустел. Я должен сказать, что это умное. Да, бурлит. Ну да, я даже не знаю, бурлит. А, можешь сказать, что соли добавить? Можешь сказать, что соли добавить. Говори. Супы вообще финально солят и перчат. По вкусу. Да, вот так вот. Я думаю, теперь раскрыт будет вкус полностью. Кстати, кто-то нам сказал в предыдущем, что мы типа пересолили фарш, там очень много соли добавили. Вот эта соль, которую сейчас Дружа солил, она ни хрена не соленая. Ну так да, что, ну, так что не надо говорить, что мы пересолили, просто видя, сколько мы добавляем соли. Кипеть осталось 2 минуты, а это значит, что если креветки у вас вареные, как у нас, ух ты, сколько на них жидкости, но это ничего страшного, то можно добавлять все это дело прямо сейчас. Если же они у вас сырые, то добавьте минут за 5, чтобы они сварились. У нас будет ожористый суперник, сколько креветок с мидиями-то. Ух ты, зелень затесалась. Ну вот сейчас еще забурлит опять, прогреются они, и как бы все, и супешник готов. Ну вот, пока еще кипящий супец снимаем. И можно раздавать. Получается вот такой вот крем-суп. Если вы хотите его получить еще гуще, поварите его, чтобы из него выпарилась влага. Не забываем зачерпывать со дна креветочек. Украсить можно петрушкой, кинзой. Ну вот так мы лучка сыпанем. Ну, попробуем. Как всегда, извиняюсь, что делаю это перед вами. Офигительная штука. Очень похоже на то, что доставили из двух палочек, которая мне так понравилась. За одним небольшим исключением. В двух палочках они вот это вот, вот этот жмых, они не отцеживают. Так что если вы хотите, чтобы крем-суп был нежнее, то есть вот такой вот, буквально вообще тающий, чтобы там не было никаких фрагментов, то процеживайте. А им просто, видимо, лень. Ну, мидии, креветочки, такой очень-очень нежный-нежный кукурузный вкус. То есть, если вы любитель взять баночку вот этой вот маринованной кукурузы и просто навернуть ложкой, то вот этот суп для вас будет просто-просто офигенный. Я бы сказал, что это сейчас... Я люблю борщ со сметаной, я люблю крем-суп с лососем, знаете, который в Икее подают, там всякие с фрикадельками еще. И вот, наверное, в топ-3 входит и вот этот вот супец. По крайней мере, у меня, в моем личном рейтинге. А нашим спонсором был канал вебинаров по 8 различным темам. Никаких отзывов, никаких рекламных роликов и прочей ерунды, только полноценные видео с топовых мастер-классов. Еженедельные прямые трансляции прямо на YouTube, в которых вы можете задать свой вопрос и вам на него ответят. 8 ключевых тем от заработка в интернете и старта бизнеса с нуля до инвестиций и отношений с вашими близкими. Принципиально новый формат видео продолжительностью до 2 часов. Полное погружение в тему вместо поверхностных обзоров и коротких уроков. Ссылка в описании под видео. Просто обалдеть. С вами был Костя. И славный Дружа Блог. Кушайте много, кушайте вкусно, подписывайтесь на канал. Вступайте в группу, в ней происходит все самое интересное. Всем пока.